Да, конечно, я понимаю. Мне очень, очень жаль. Что это? Думаю, я больше нежеланный гость в аэропорту Малибу. Естественно, из-за наплыва поклонников, папарацци и просто любопытных им пришлось отложить несколько рейсов. Как же мы теперь будем путешествовать? Постой, ты же была пилотом. Постой, я же была пилотом. Мне нужен личный самолет. Конструкторы, вы не могли бы читать потише? Ракель, прости. Теперь все понятно? Понятно! Тихо! Отличная работа! Что это? Барби, тебе удалось что-то собрать самой. Это самолет! Но ты не воспользовалась моей помощью. Что тебе сказать? Я себя чувствую неловко. Ну, ты можешь наклеивать опознавательные знаки на фюзеляж. Это подходит! Отклонить назад штурвал управления, отпустить педали элеронов. Где же штурвал управления? Спасибо, Челси. Да! Я забыла. Я плохо переношу полеты. Что будете заказывать, сэр? А что у вас есть? Вкусный двойной гамбургер с луком. Пицца с капустой и анчоусами, суп из всех известных видов морепродуктов. Да, 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 и еще раз да. С вас $47. Сколько? Похоже, мы входим в зону повышенной турбулентности. Найдите индикатор отклонения от курса и переведите штурвал управления в положение... Полет прошел нормально. Спасибо за то, что выбрали Барби авиалинии. Будьте осторожны при открытии багажных ячеек, поскольку в течение полета некоторые вещи могли сломаться. Ура! Я хочу еще раз! Этот самолет представляет собой угрозу. Я буду жаловаться в управление гражданской авиации, в ассоциацию кинематографистов. Как вы собираетесь поступить с этим чудовищем? С этой угрозой, с этим самолетом? Я знаю, что вы любите скорость.